произошло где-то около 17.00 вчера. Пролетел 120-й миномет, 5 выстрелов 120-го, 1 80-й, трое погибших. Разрушения вы можете видеть. Да ничего там, поехал на работу. Звонят мне 15 минут, а только я отсюда уехал. Сказали, что попал снаряд. Там в СТО, там или где-то рядом. Вот, приехал, горит. Вот, лежат 3 человека. Вот, подошли, они уже мертвы. Ну, в принципе, вот и все. Через 20 минут приехали пожарники. Начали тушить, подошли ближе, ну и все.